Готовим приманку. Для начала сварим пшено. Добавим подсолнечного и горчичного масла. Добавим немного мукухи, ее лучше пожарить, но и мотылей. Можно использовать такой пучковяз. Вот резиночки, пучковяз, покажу, как работает. Резинку надели, разжали, вот пучок. Сейчас на крючок оденем. Вот таким образом. Раз, и готово. А еще насадили червей. Видали? Еще клюнуло. Варя пока не клюет. И у папы тоже. А папа только успевает насаживать мотылей. А вот и третья рыбешка. Варь, дай меняться. У тебя какая-то счастливая утка. Варь, вот почему тебя не клювало. Крючки пустые. Рыбачка в деле. Что, Варь клюет? Она отпускается вроде бы, а рыбы все равно нету. Варь говорит, рыбка поймалась. То есть, чтобы вы понимали, вот я, а вон рыбачки. Все у нас на берегу дома. Мама у нас ридер. Четвертый. Убежала, давай. Ага, мама здесь, наверное, что-то переварила. Хромот, хромот! И Варьке повезло, наконец-то. О, а теперь и у меня клюет. Он какая здоровенная. С пшеном обязательно пожарим. Ну он крупняк пошел, мне сегодня прям везет. Рыбалка сегодня была удачной. Победила дружба. Вообще мама больше всех, конечно, поймала. Папа больше насаживал.